В Карабулаке 15 апреля стартует рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов. Представители местной администрации провели в одной из школ города разъяснительную беседу по этому поводу. Голосовать могут дети с 14 лет. Общеобразовательное учреждение выбрали не случайно, ведь именно дети лучше всего разбираются в гаджетах. Ребятам рассказали, на какой платформе и как будет проводиться голосование. Напомню, за 6 лет в Карабулаке в рамках программы благоустроено 34 объекта. Рейтинг голосования у нас начнется с 15 апреля по 30 мая будет проходить на единой платформе «Загорсреда». Эта процедура проводится не впервой. Данный механизм по отбору общественных территорий уже ранее проводился. Но ввиду того, что в проведении рейтинга голосования принимают участие граждане, достигшие 14-летнего возраста, соответственно, это мероприятие проводится на электронной платформе, соответственно, молодежь более лучше разбирается, как это делать. Соответственно, мы проводим такие встречи с молодежью города. После чего уже и со своими родителями, со старшими уже молодежь может проработать, как это все делается и почему это делается. Мы доводим информацию до актива города, так как молодежь является активным населением нашего города. И ввиду этого преждевременно, заблаговременно, можно сказать, начинаем этот механизм, чтобы уже к началу самой процедуры этим голосования, чтобы население у нас понимало, какие территории будут включаться, достойны ли эти территории, или же есть другие предложения по общественным территориям.